Всем привет! Мы сейчас находимся на канале Жизнь Тянка. Да и не только мы, а еще и вы. Давай, Квайгон, забегай в третий эпизод. А что там будет, напомни мне? Там будет два корабля. Это, наверное, Оби-Ван Кеноби и Люк Скайуокер. Battle over Coruscant. Битва за Coruscant. Да? Да. Давай посмотрим историю. Летят два желтый-красный корабль, похожий на корабли штурмовика. Чего он за голову хватается? Голова у него болит? Надо аспирина дать. А, это Оби-Ван Кеноби и Энакин. Нет, Энакин уже стал Дартом Вейдером. Нет, Энакин станет Дартом Вейдером в конце третьего эпизода. А это битва за Coruscant. Да, это... А, подожди, надо управлять? А, так ты управляешь, давай, уже надо что-то делать. Стреляй уже в кого-нибудь. Стреляй, давай, не знаю, в кого стрелять, надо в кого-то стрелять. Давай. Что мы делаем? Что, какая задача? А как собрать монеты? Как здесь получить труд джедайства? У меня много вопросов. А можно я попробую? Сейчас. Можно. Сейчас врежешься. Так, я отбил кого? Так, нет. Так, что надо сделать? Это стреляем. А как управлять? А почему он вниз летит? Вот светофор был, я его пропустил. А как управлять вообще? А, вверх-вниз. А, это реверсионное движение. Так, я не понимаю. Вот это я что-то... Что надо сделать? Почему я лечу куда-то, непонятно. Я хочу разобраться с задачей. Почему я не... Я хочу... Наверх хочу. Наверх! Слушайте, у меня какое-то очень узкое... По-моему, я уперся в стенку. Так, секунду. Какая... Илюш, объясни мне задачу. Надо куда-то лететь, чтобы не попадать в эту стенку. А как? Не знаю. Я не знаю. Джедай Старфлайдер. Вот сюда? А как... И что? А, это тир. Так, стой, подожди. Я сейчас. Почему я не могу управлять? Вот так и вот так. Все? Я все правильно сделал? Да. А теперь что? Теперь надо пролететь сюда, куча лего-деталей в космосе летает. Я не взял светофор. Ладно, я знаю только одно, что надо все время стрелять. Светофор есть, один взял. Так, что-то я в кого-то уже уничтожил. Где еще светофор? Я не знаю зачем, но я все время стреляю. Вот еще. Это пилот из меня, конечно, никудышный. Я не взял светофор. Туда. Это какое направление? Туда это лево или право? Нас камера направляет почему-то вправо. Так. Так, куда нам лететь? Я не знаю, но мне кажется, вообще это неуправляемая штука. То есть камера... Нас стреляют! Камера... Слушай, ну что ж такое-то? Ну, я не могу туда лететь, потому что камера... Если камера направлена сюда, все, он не летит. Это вышка, это которая... Это что? Это какая-то база конфедерации, я не знаю. Это база конфедерации! Я предполагаю... Вот светофор... Слушай, как брать светофоры вообще? Когда камера управляется, я не могу лететь влево. Все, смотри, я пытаюсь лететь влево, камера не дает, видишь? Я пытаюсь улететь вправо, камера нет. И мы сейчас остановимся, смотри. Или нет? Мне кажется, мы остановимся сейчас. Нет! Не остановились. Все, вот здесь надо уничтожить эту красную штуку. Все, теперь мы летим туда. Здесь огненный какой-то. Взяли светофор. Я не знаю, как я это сделал. Какая напряженная стрельба! Кого мы уже уничтожили? Сколько мы уничтожили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Мы врезались в большой корабль. Битва за Coruscant продолжается. А, мы опять влетаем в этот туннель, в котором мы только что взяли. Взяли только что мы светофор! А почему не стреляем? Стреляем. Лететь наверх. 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 Вот сюда. Да я лечу! Птица! А, красный кубик! А, я взял его? Я взял красный кубик. Я не знаю, что он означает, но я взял красный кубик. Где светофор? Вот светофор. А, можно его в него было просто стрелять. Куда нам идти? Я не знаю. А, в нас стреляют. Да нас все стреляют. Вот так, я кого-то уже побил. Ага. Вот, слушайте, да. Как вообще они воюют в космосе? Я не знаю. Я понимаю, что штурмовики косо стреляют. О, я еще кого-то уничтожил. Камера поворачивается вправо. А, вон светофор внизу. Вон светофор. Света! Света! Ого, как это в меня летят сердца. Смотри, я стреляю в этот. А, вот надо сюда стрелять.
Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот сюда, вот сюда же, левее, ну! Да левее, ну! Все время забываю, что инверсионное управление. Вверх-вниз, вверх. Вот, попал! А! Тихо. Что такое? Я не знаю, я куда-то прилетел. Мы прошли. Мы приплыли. Level complete. О, нет. Мне кажется, я очень мало... Зато я взял большой... Красный кубик. Smart Bomb какую-то я взял, да? Jedi Starfighter. Желтый. Jedi Starfighter красный у нас появился в нашем автопарке. Да, и так далее. True Jedi-ство мы не заработали на 56%. А что с мини-китами? Что со светофорами? 3 всего? Или 2? Или вообще 1? 1. Да, наверное, мы как-то очень плохо все сделали. Давай посмотрим. 1, 2, 3, 4. Ну, на троечку, да? Угу. Зато заработали еще один золотой кубик. Мы прошли уровень! Да! Так, наш канал Жестянка будет показывать вам следующие эпизоды LEGO Star Wars The Complete Saga. В предыдущем уровне мы летали на двух звездокрылах каких-то, звездолетах. Подожди, я не успел прочитать название этого уровня. Вот мы, короче, прилетели. Битва за Корусант. А, то есть, мне... А, подожди, я знаю, это Оби-Ван Кеноби просто чувствует себя стариком, он уже устал. И Энакин Скайуокер уже большой, мощный. О, это Гривус. Это генерал Гривус. Гривус, да? А почему он с плохими дроидами? У него 4 руки. Да, он 4-рукий, это громозека. Ладно, давай, ты управляешь еще юным Дартом Вейдером, да? Значит, ты, кстати, не собираешься. Это модельки, не Дарт, да? Вейдер, это Люк Скайуокер. Нет, это Энакин Скайуокер. Люк Скайуокер это сын Энакина. Да, все правильно. Люк Скайуокер это сын Энакина. У нас его еще здесь нет, он еще не родился. Почему ты не собираешь монетки? Подожди, а тут джедайство. Куда нет? Нам вообще идти? Ну, не знаю. Смотри, а наверху светофор. А у нас нету Падмы. Ладно! Ну что, прыгнем в пропасть. А, это не пропасть. О, здравствуйте, ребят. А что вы тут делаете? А вот вам меч. О, смотри, это эти супер-дроиды. Батл-дроид, комбо-батл-дроид, который показывает не очень хорошие характеристики, мне кажется, да? Ладно. Давай, наваляем всем. А подожди, нет, сердечко. Да я... Что ты за ребенок такой? Жеребенок. А? Ребенок, жеребенок. Куча монет. Куча монет. Ну, конечно, нам, я смотрю, для труджедайства нам нужно много монет собрать, да, здесь? Что? Синенькая. Синенькая. Вот там еще справа монетки были. Еще одна синенькая. Синенькая наверху. Не взял. Не взял. О, в тебя стреляют. Смотри. Смотри, что тут валяется. Если валяются на улице деньги, чем там валяться? Надо собрать, да? О, и тут была, оказывается, синенькая. Ладно, поднимайся наверх. Видимо, нужно просто прыгнуть с одной лестницы на другую лестницу. И давай, раз, и с подъем переворотом. Давай, опа! Так, так. Вот так вот. Так, там какие-то клетки. Кого там взорвал уже? Какой-то туннель. Смотри, дроидик стреляет 2 раза. А, когда он стреляет, ставь блок, после этого бей. Что это? Это как в первом эпизоде. Да, там была какая-то штука, мы так и не поняли, зачем она нужна, кстати. Нужно все собирать для того, чтобы иметь много вкусных бонусов. Можно я нажму это, да? Так. Идем. Мы лазим по вентиляции. На, давай ты дальше. Там дроидики. В блок ставь. Держи блок, смотри. Раз, два. Смотри, они стреляют. Раз, два, теперь бежишь. Можно... Блок. Смотри. Раз, два. Вот так вот. Видишь, и быстро разобрались с ними. Опа! Ребята, привет! А так! Привет вам из будущего! Вот вам меч синий. Или какой-нибудь голубой меч. Все.
R2D2! Теперь будем играть R2D2. Монетки собирай. А то мы как бы за светофор. Светофор был спрятан. За светофориной. За какой-то большой ширмочкой. А здесь? А здесь нужно C3PO. Тут не подходит голова R2D2. А здесь кто? R2D2. Так, а тут еще будет C3PO, что ли? Переключайся на какого-нибудь бойца. Мне нравится больше этот. Главное, в предыдущем эпизоде... Ой. Здесь нужна голова C3PO, да? Надо найти где-то голову C3PO. А будет здесь голова C3PO? А? Или нужно будет потом отдельно сюда приходить C3PO? Во фриплее, а? Во фриплее. Ой. Нам на голову упала какая-то... Это... Да, я знаю, я просто мне показалось, что там куча монеток выпало, нет? Подожди, R2D2 умеет прыгать? Нет. А что он только что прыгал, ты видел? Нет, он... Ой. Как я, почему не прыгаю? Вот сюда нужно. Все, ясно. Все, на, держи. Сердечко. Сердечко взял? Не знаю, да, вроде взял. Держи. Давай, смотри, вон красная лампочка мигает. О, что это? Ну это подставочка, чтобы подняться наверх. Вон там наверху дроидик ждет тебя. В ожидании чуда. Как R2D2 собирает, забирается туда? Кто мне скажет? Это вообще какой-то уникальный робот. Он летает. И блок. Он же стреляет два раза. Ту-дум. Вот правильно, молодец. Блок, молодец. Вот, хорошо, бей. Блок. Ударил блок. Блок. Отлично, вот, молодец. Правильно. Что это? Что это за женщина? Это не женщина. Это русалка какая-то. Это граф Дуку. Графа Дуку мы уже знаем. Так. Делись, как настоящий джедай. Сердечки, сейчас соберемся. Уйдите от меня, дроиды! Вот так, сердечки, нет, отпусти меня, граф Дуку. Ты знаешь, что ты мне руку отрубил в прошлом эпизоде, да? Правильно? А почини. Да я не могу к нему пробраться. Сейчас, сейчас я все сделаю, да, сейчас. Ладно, мы сейчас вот соберем еще. Жестянки. Да, жестянку мы всегда успеем собрать. Вот так вот. Все, переключаемся на него. И давай проверим все-таки локацию, пока граф Дуку подождет. Тут есть какие-то монетки? Нет. А чем мы тогда сюда пришли? На, как неинтересно, ну. Вон монеты, смотри. Вон монеты. Хоть чуть-чуть, хоть возьмем. Ну, половину набрали всего лишь. Эй. Че я делаю? Почему я... Так. А давай мы возьмем... Переключаемся. Вот так вот тебе. Вот он улетел. А что это за женщина? Русалка какая-то. Я не понимаю, что она... Почему? Это не русалка. Ну, я не видел ее ног просто, поэтому я говорю, я называю ее русалкой. Так, батл дроид. Кыш. Пока он там внизу нас ждет. Смотри, там целая куча монет. Я пришел сюда. Я видел только, что здесь монеты слева были. Вон, смотри. Видишь? Смотри, как туда забраться? Ладно. Граф Дуку, ты где? А, это Оби-Ван. Где он? Подожди, где делся? Граф Дуку там, возле девочки. Возле девочки. Ну да. Может, я зря взорвал эту тумбочку? Одно сердечко. Давай. Раз, два, три. Ах ты ж. Вот так тебе. Вот. О, все, ему тоже оторвали. А, то есть кровь за кровь? Что это? Кто это? Подожди. Переключимся еще раз. Как он называется? Как его зовут? Канцлер Палпатин. Это канцлер? Канцлер Палпатин. Это, наверное, не девочка, а мальчик. Да, это мужик. Канцлер Палпатин. Это не император часом ли? Thank you.
Мы здесь можем заработать труд джедай. C-3PO. А вон R2-D2. Мне нужен R2-D2. Вот здесь монеты, подожди, Илюш. Ты как будто бы их не видишь. Ну вот же, смотри, лежат, целая толпа. А здесь что? Все очень быстро проходим. Проходим, пробегаем. Вот монеты еще. Это что? C-3PO. Здесь кто? Здесь вообще непонятно, смотрите. О! Вот светофор. Нас заперли там. А, все нормально. Я уже испугался. Ладно, заходим сюда, да? Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что делать? Что делать? Делать что? Монетки собирать. Это точно тебе скажу. Надо собирать монетки. Надо убегать. Ладно, просто. Надо быстрее убегать, да? Угу. А, кто-то может... на эти штуки тоже нельзя прыгать, оказывается. Ясно. Давай быстрее. Делается. Золотые, золотые монетки. Синенькая там была. Почему я забираю не то? Все. Оно все самое дорогое уходит куда-то в никуда. Нет, не сюда, нет, стоять. Да что ж ты делаешь-то, ну? Синенькая, надо синенькую взять. А я успел? А, все, уже можно... Слушай, давай переключимся на R2. Давай, здесь R2-D2 нужно? Да, R2-D2, иди сюда, R2-D2. И нажмем сюда. И что он делает? О, мы теперь можем назад сбегать, собрать все монетки. Смотрите, какая классная чудовищная штука. То есть это как То есть с помощью R2-D2 мы теперь вернули все назад. R2-D2, ты просто умничка, да? Папа. Тябо. Потом я буду убегать. Я же тебе говорю, да. Сначала я отключу все монетки, соберу все монетки, а потом ты будешь. Здесь была еще синенькая, и дальше бежишь ты. Синенькая. Подожди, сейчас это вот синенькая. Все, на, беги. Кто-то... Да, лучше на эти штуки не нападай. Нет. Все? А, я думал, он исчез, все. Я думал, Энакин улетел, и все, и ладно. Ну, не наступай на эти... О, монета! Монета. Монета? Давай еще монета. Все, заходи сюда, в этот туннель. Тут что-то, по-моему, у нас дрожит, нет, или? Нет. Да вот. За монетки. Давай, собирай монетки. Иди. Опа. Ой, смотри, это зеркало. Какая-то турбина, да, в которой мы находимся, не знаю. У нас осталось два деления, чтобы получить труд джедай. Стой, не спеши. Что это слева? Слева наверх. Давай. И пробегись сюда. Пока ничего не активируй. Что это? Я не знаю. Ты какие-то... Сантехник. Ты какие-то... О! Давай, они сейчас исчезнут. Давай. Где они? Улетели. Все, исчезли уже. Все, не упади вниз, пожалуйста. Ладно, собирай все, что есть. Выключи. Да, сначала выключи, потом проходи. Ага. Что? Не знаю, какие-то рычаги, что-то... Оно само все делает. О, выплюнуло две синенькие, собери их, потому что они сейчас пропадут. И вот еще одна, да. Осталось немножко совсем. Так, нужно R2-D2, да, чтобы пройти через эти... Да, R2-D2 может. Все, отключай R2-D2. Спасибо большое. Так, подключаюсь на этого. Энакина. Ну что-то он взорвал. Взорвал светофор, да, какой-то. Как его забрать оттуда? Забрали. Сейчас будем труджедаями. Ну, еще не сейчас, немножко позже. Да? Да? Мы сможем? Угу. Так, аккуратненько. Тут нужен C-3PO. В смысле, R2-D2. R2-D2. Where are you? А где он застрял? Так, что надо сделать? Не знаю. Здесь мы уже все активировали. А, смотри, я знаю, что надо сделать. Смотри. Что? Смотри, что надо сделать. R2-D2, уйди. Вот. И здесь надо что-то активировать. Мне кажется. Нет? А, вот, да, это мостик, видишь? Теперь они могут подняться. Все, вот так. Надо было просто разбить стенку. Сейчас. Ну давай же, подобежим. О, он же не может прыгать. Пусть он. Когда он сам добежит. Смотри, сейчас добежит. Вот, видишь? Он сам умеет летать. Да он вообще странный.
тип. Тип странный. Так, не попадаешь. Вот иди. Да, ну у него все хорошо, это ты не попадаешь. Слушай, а можно... Стой. Можно я просто для эксперимента сделаю вот так? А, понятно. Все, ясно. Я больше так делать не буду. Я просто думал, что там внизу тоже есть что-то важное. Генерал Гривус сказал. Здрасте, ребята! А вот у меня для вас есть два сюрприза. Белых вот таких вот кренделя, которые будут сейчас размахивать мечами. А где меч графа Дуку? Мы же, помнишь, отрубили ему руку и забрали у него меч. Че, генерал Гривус сбежал? Ух ты! Что это за два агрегатора? И что? Ого, они крутят мечами! Можно, пускай крутят. Ну, пока мы не так сильно. Сейчас, это я просто хочу, чтобы ты... Это надо... Куда нам? Вот куда смотри, нам? Монеты. Сейчас мы разберемся. Они там кажется, пускай крутят. Кажется, я знаю. Смотри. Давай, бей! Ты же надо такой... А, понятно, надо только с прыжка. Вон, смотри, он же без головы. То есть, смотри, они не дают тебе сделать удар. А эти ребята. Где авто? А, вот же. Смотри, надо его делать так. Раз. Только так, потому что он не дает тебе сделать удар. У него отрыв голова. Вот. Так, а что у нас по монеткам? Подожди. По монеткам у нас... Почти, смотри, мы почти труджедаи. Давай. Давай, сделай нам труджедайство. Сделай, хорошо это? Да, сделай, хорошо, Илюша, хорошо, сделай. Хорошо. Сделай, вон монетки лежат. Давай, беги, бери их. А не обращай внимания на андроидов. Давай монеты, монеты хочу. Хочу труджедайство. Ну сделай нам его, пожалуйста. Давай, добей. Да. Давай, скорее. Почему нам медаль труджедайство? А вон синяя. Нет? Еще? Давай подбежимся еще. Вдруг там еще есть. Мы просто их не видим. Нет. Да мы их не видим просто, я знаю. Там что взорвалось. Так, тут вон две красные кнопки, и обычно их... Не нажимай красные кнопки, что-то взорвется же что-то, ну. Вот говорю же, взорвется. Нельзя нажимать красные кнопки. А, он на тормоз давит. Вот надо было не нажимать красные кнопки. Ну, кнопки, вот видишь, мы не получили труджедайство. Я уверен, что мы уже прошли уровень, и труджедайство так и не получили. Так, мы приземлились на какую-то планету. Аварийная посадка. Так, с канцлером. Здрасте. Это кто? Это какой-то африканец со штурмовиками, я не помню, как его зовут. Нет, это... А, это этот, как его, джедай, который тоже африканец. Слушай, мы прошли уровень, но мы так и не взяли труджедайство, ты же мне обещал. Энакин Скайуокер уже джедай. Канцлер Палпатин. И... А, да, и все. Ну, вот посмотри, посмотри на это. Вот посмотри, 95%. Осталось-то... Совсем ничего. Зато мы прошли уровень. Да. Вот. Третий. Чаптер. Управляй нашим любимым Квайгоном, забегай в третий чаптер. Не во второй, третий. Так, и третий уровень находим. Вот он. Он нам как раз сейчас доступен. Генерал Гривус. Мы сейчас будем драться с генералом Гривусом. Нажимай story. Давай посмотрим. Не будем читать? Все равно на английском. Remind the sea. Вместе ситхов. Так, это корабль Оби летит на, кажется, это, как ее, Утапао, да, планета да. называется? А вот и самый главный клон. Это, как его зовут? А, вот генерал Гривус. И сейчас он нам наваляет. Ох, какой он, я тоже У так него хочу прыгать. 4 руки. Вот 4 руки. Папа. У Гривуса 4 руки. А вон светофор стоит. Что? Командор Коди. А вот это, смотри, вон Power Up есть и светофор. Может, давай возьмем? Давай. Оп. Смотри, как легко. Power Up брать. Ах, не хотел брать Power Up. Ну давай возьмем с Power Up и генералом и генерала Гривуса будем стрелять в него. Да? Опять нужен Оби-Ван Кеноби. Ну хорошо, сейчас мы... Сейчас, можно? Да, дж. Ой, Гривус. Слушайте, ну Гривус же не джедай. Это в руках у него трофеи убитых им джедаев разных, да? Да. Он это забирает... Да. Он убивает и забирает меч. Забирает меч, да. Там надо было что-то собрать. Смотри, что-то валяется из лего. Мы же любим собирать лего. Давай что-нибудь соберем. Какие-то ступеньки наверх. О, светофор.
можем взять? Есть. Вот, все очень просто. Смотри, мы, кажется, мы почти ничего не делали, а забрали уже 4 сердечка у генерала Гривуса. Не дожал. Да ну не дожал же, ну. Да ну что такое? Ну дожми же уже, ну. Чего ты? Или оно не дает тебе этого сделать? Ну так все хорошо, видишь? И что? А, Командер Коди минус один. Давай, теперь один будешь справляться. Нет, появился Командер Коди. А, надо, наверное, переключиться на Оби-Вана, да? Нет. Нет. Ага, просто пульнуть надо было разочек, да и все. Mm-hmm. Опять он на арену от нас сбежал. Вот генерал Гривус всегда убегает, когда чувствует опасность. Нет, ты куда? Ты так не умеешь прыгать, как генерал Гривус. Сейчас. Вот так. Опа! Да ладно. Да ну, получилось. Ух ты, монстр. Давай, защищайся от него, защищайся от него. Наваляй ему. Давай, наваляй. Бам, бам, бам. Правильно, три сердечка. Я его не могу забрал, три сердечка. А можно дерево? Смотри. А он все время спиной стоял. Ну, потому что да, он же не знал, что ты такой коварный джедай, который может биться спины. Он уверен, что... Я подбегаю. Вон светофор, кстати, впереди. Да. Ладно, давай бежим за светофором. Он же уверен, что джедаи всегда бьют в лицо. Он же не знает, что ты можешь со спины ударить. Папа, это надо сначала оттуда сюда. Да, ты прав. Ты прав. А идем по мостику. Ну хорошо, да, побежали по мостику. А здесь... Папа, по мостику давай не добежали, ты будешь управлять Оби-Ваном, а я буду Командер Коди. Все окей, только я что-то даже по мостику не могу пробежать. Вот тебя вот косолапый. А Командер Коди делает что-то? Он... О, ты видишь, он как Падме. Да? Взлетает наверх. Папа, нужен твой выход. Так, что ж ты тогда забрал меня? Давай. Мой выход. Нет, не Командер Коди. Вот сюда мы собираем. Собираем. Я поднимаюсь наверх, а дальше переключаюсь на Командера Коди. Хорошо? Договорились? И я. Давай, Командер Коди, вперед. О, надо собрать светофор. Можно в него просто стрельнуть. Как-то. Эй, стой. Не надо. Он же убежит от нас. Подожди. Возьми светофор. Вот это возьми как-то. Ой, сейчас. Так. Все, никуда не бежим, возьмем светофор. Не получается. Подожди, здесь переключайся на Командер Коди. Можно стрелять как-то. Ну, Джар-Джар, да, но... Папа, ой, надо оттуда нам. Да, я знаю. А как-то можно управлять, куда стрелять? Я хочу стрелять наверх. Точно Джар-Джаром? Да, наверное, Джар-Джаром. Куда? Вот туда, вперед? Эх, было, не было. Ух ты, можно было. Вон там светофор. Да, я видел. Я видел. А вот еще один. Нет! Промахнулся мимо пещеры. И как-то я взял еще и Труджедай при этом. Я ничего не понял. Я взял светофор, и при этом появился Труджедай. Смотри, у нас... Там еще сзади была монетка. Где? Где монетка? А, там за светофором ты имеешь в виду? Да. Смотри, вон наверху еще светофор. Я не знаю, куда добраться. Видишь? Это нужно... Кто-то... Это или Джанго Феттом, или Боба, или R2-D2, или R4. Или C-3PO, или кто еще? Нет, я не знаю, как добраться наверх, действительно, ты прав, это довольно сложно. Ладно, давай, продолжай. Оби-Ван Кеноби, Оби-Ван Кеноби, давай, мы готовы сразиться с генералом Гривусом. У него осталось два деления, и мы... Если побежать вправо туда, там будет, по-моему, ты вправо не... Слушай, ты прям выбегаешь на арену. Давай, раз, два, три. Он защищается от тебя, и ты от него защищайся. Ох, как он машет классно, сейчас тебя скинет вниз. Ура! Минус Оби-Ван Кеноби. У нас еще один появился, ничего страшного, мы... Слушай, а вот все-таки еще один, да... Мне кажется, ты просто стоишь на месте. Сделай вот так, смотри, как мы обычно делаем. Вот так вот. И все. Он убил Командера Коди. Есть, но Оби-Ван Кеноби смог выстрелить в зону, где он был, где у него единственные живые органы остались, да, и, к сожалению, генерал Гривус не выдержал такого мощного выстрела от Оби-Вана Кеноби. Так, мы получили Командера Коди. Мы получили True Jedi. Мы собрали не все светофоры, потому что мы не можем туда допрыгнуть. Да, я же говорю, True Jedi, да, True Jedi. Вот. Что еще теперь? Мы не получили золотого кубика? Или получили? Сколько светофоров? Два. Да нет, больше. Светофоров мы больше собрали. 5. Ну, не все. Но мы старались.
А, ну и один... А, два золотых кубика, за... потому что мы получили труд джедаи, да? 14. 14 всего. Ну, класс, короткий эпизод, но нам понравилось. Будем продолжать да. играть. Давай нажмем Continue Story и посмотрим, что у нас ждет дальше. Да. Ждет нас дальше... Космос. Сейчас. Подожди. Пропустим. Я хотел название почитать. А, это... Ага, это наш Йода и Вуки наши, да? Великий Чубака. Да. Это, наверное, как это защита... Это кто? Как это называется? Кашик? Планета Кашик? Да? Я не помню уже. Так, ты кем играешь? Йодой теперь играешь? Да. Папа, ты будешь... Я буду Йодой, а ты будешь Чубакой. Хорошо, оборона Кашика начинается успешно. Папа. Возьми монетку. Давай. Хорошо. Папа, ух идем ты. А вот там командир Коди. Командир Коди живой все-таки? То есть вон он... там еще один командир. Подожди, он может быть только один. Скорее всего, просто в прошлом уровне он не потерял руку. Он не умер, он просто потерял руку. Так, о, это Ситх. Который сказал вам всем каюк. Командир Коди подпрыгнул и сказал, какой кошмар. А штурмовики, нет, мы будем под управлением командира Коди. А, все, и теперь все штурмовики против нас. Давай, Йода, покажи им, что такое настоящая джедайская сила. Защищайся. Вот какой ты мощный, оказывается. Вот старикашка. Бум. Ого, как он прыгает. Вот так. И переворачивается на два. Тройное сальто он сделал, да? Так, а что это за силу можно использовать? Он сделал двойное сальто. Тройное, я бы сказал. Так, ты что-то собрал? Еще что-то собрал. Ой. Мы спасаем этих. Ну да, надо Вуки спасать, конечно. Ой, тут куча монет. Папа, ты будешь управлять Чубакой, а я Йодой. Синякая выпала. Ну, то есть мне надо на Чубаку переключиться. Ладно, хорошо, я буду Чубакой. Я умею прыгать? Я умею прыгать, я туда только забегу. Только один раз. Один раз умею прыгать? В смысле, а, не так, как Йода и джедаи, да? Понятно, я могу прыгнуть на эту штуку? Что это за чан с водой? Я... Это для того, чтобы приготовить еду. То есть... Папа! Бум! Ого! Ой, Чубака, прости, я хотел вот это ударить. Слушай, это какая-то непробиваемая совершенно параболическая антенна. Ладно, я Чубака, да? Да. Я Чубака. О, два... Нас охрана, охрана. Охрана, отмена. Охрана, отмена, стрелять, стрелять. Пим-пим-пим-пим. Я буду просто стоять и стрелять, там Йода меня прикроет. Йода — это как вратарь, смотри, я стреляю в Йоду, он не дает мне убить штурмовика. Вы видели, Йода-предатель? Йода-предатель! Йода, уйди! Посмотри, он не дает мне стрельнуть штурмовика. Да, Йода, уйди, предатель! О, все, оказывается... Папа, твой выход, поднимайся туда, наверх. Сейчас, а вот это что? А вот это что за колокольчик? Йода, а ну покажи. Ой, Чубака. Это фен для головы, сушка такая. О, теперь модный такой рэпер. О, йо-мен, йо. О, вы видели, какой он смешной? А что он в кепке такой? Это он конспиративная, что ли, кепка? Нет, то есть... это наверное, то, что... Это то, что, наверное, они узнают штурмовики. Я об этом и говорю, конспиративная. Конспирация, это называется скрыться. Смотри, ну вот тут сюда тоже можно пойти. Мы еще не были. Вы видели, он его обнял просто. Так, вот это что такое? Что это такое? Я хочу это разбить. Йода, конечно, классный, слушай. А тут... Ой, вот это что? Собрал какую-то... И чё? Поднимаемся наверх? А там... А там наш друг. Ладно. Папа, да. Пап, можно я поуправляю да. Чубакой? Давай. И вон там давай. Это. Вон, смотри, стоит один звезды считает. Штурмовик, а ты ему раз. Вау. И все. Вон там нужно, чтобы был еще один там. Не один, а еще три, насколько я вижу. Смотри, вернись сюда. Две уже стоят. Угу. Вот еще есть три кнопки. Давай мы встанем на одну кнопку сюда. Вот так вот встанем на кнопочку. Йода встанет сюда. И нужна третья женщина. Угу. Хорошо, побежали искать еще третью женщину. Давай найдем ее влево, наверное, бежать. Папа, туда и сюда вниз. Я видела одну женщину. Угу.
Я туда и бегу. Налево. Налево. Налево, налево, налево. Не сюда. А чего ты здесь не был еще? Ой, папа. Кажется. Вон наверху светофор. Активируй свою прыгалку вот сюда, на нижнюю. Не на верхнюю, а на... вот сюда, на нижнюю, да, активируй. Прыгалку, собирай светофор. Бам! Первый светофор из 10 мы собрали, ура. Так, а дальше что? Ну, дальше, наверное, куда-то бежать надо. Папа, я иду на... вон туда. А, вот теперь... Стоп, а подожди, наверное, надо взять еще раз шляпу. Помнишь то, что... Одень шляпу, мне просто интересно. Да, вот, пускай будет Чубака в шляпе, он классный, его никто не узнает. Он теперь сэр Чубака. Сэр Чубака. Все, он теперь такой деликатный, очень утонченный сэр Чубака, английский. Смотри, вот он. Подходишь и бац-бац, все. Ой, смотри, а вон там монетка слева. Папа, пап, только сюда надо забраться Йодой как-то. Йодой? Да. Но Йода не умеет летать. Надо пройти этот уровень, а потом во фриплее другими персонажами сюда прийти и собрать вот ту монетку. Например, там R2-D2 или там Jar Jar, который прыгает далеко. Вот и все. А сейчас мы идем, становимся на наши кнопки и продолжаем жать. Йода, занимай свою пятую кнопку. Йода будет тоже Чубакой. Все четыре Чубаки встали сюда. Ну, хорошо. Нам туда. Это подвижные мосты, как в Гарри Поттере. В Хогвартс. Монеты собрать надо. Это же богатство, тем более синенькое. Что? Папа, нам идти туда. Хорошо. Хорошо. Вот это да. О, они, ребята просто на пляже сидели, загорали, и тут прибежал Чубака. О, светофор. Прибежал Чубака, и вот все. А мы давай мы стрельнем. Может, мы кого-то, по-моему, кого-то привлечем внимание. Кажется, нам туда. Да, понятно, что туда. Понятно, что туда. Просто я не хочу прыгать, потому Папа, что... там есть еще дроидыки. Ну и ладно. Мы им покажем, где, кто, куда, как. Вот как наверх стрелять. Вот Чубака не может пробить дроидыка. Потому что у него просто пистолет. Вот, видишь, смотри, мы достали большую морковку. Морковочку. Мы кролики. Одна из трех. Да. Мы собрали... Эй, ребята, стойте, подождите. Старик Йода не смог вас догнать. Вы такие быстрые. Подождите, вот я сейчас вам... Секундочку, ребят, подождите. Одну секундочку, не уходите, пожалуйста. Сейчас я тут вам мечом наваляю разочек. И Командор Коди, стой. Стой. Вот так, все, да. А теперь мы займемся морковочкой. А где морковочка? Морковочка где? Хочу морковочку. Надо наугад. Ух ты, как одним ударом он всех вообще. Йода, конечно, просто монстр. Ух ты. Он сразу три разбил. Да, вот так вот. Слушай, ну это будет, по-моему, надолго. Они тут все время... Я хочу морковочку забрать, а они тут не дают этого сделать. Ребятка, ну подождите секундочку. Вы там поставьте на паузу, пожалуйста, появление этих монстров. То есть теперь против нас и клоны, и дроиды. Это же... нет. Это будет битва вечная. Я, конечно, понимаю, что Йода, он бесконечный, но не настолько же. Все, подожди, морковочка. Ой. Что это? Это была бомба на этом самом, на... Папа, мина, давай соберем и посмотрим, что да, это была мина на... Как его называется? На пляже. Смотри, они в меня целятся. А ну-ка! Пам. Ребята, подождите. Вот так. Я хочу от них убежать. Я хочу вот синенькую добрать, во-первых. Нет! Они уходят. Да пусть уходят. Они какие-то вечные. Они вечно лезут и лезут. Лезут и лезут. О, все, я забрал синенькую, эти пусть уходят. Вот, вот здесь наверняка есть морковочка. Да что ж такое? Где, слушай, морковка меня удивила, если честно. Да? Угу, да. Ну давай здесь пройдемся по кустам. Ой, папа, давай посмотрим, что это все-таки. Давай соберем какую-то штукенцию. Ой. Пока тут ходят рядом. Они не дают мне собирать. А посмотри на них, значит так, не трогайте главного джедая. Раз, два. Вот так вот. Дынец.
Монетку, не монетку, а сердечко. Папа, собирать. А можно я дальше вот это? Да, надо, собирай, пожалуйста. Давай скорее. Ну, видишь, прибежали ребята сразу. Они не дают нам собрать. Они сейчас тебя убьют. Давай быстрее. Ну что ж ты стоишь? Бум! Вон там светофор наверху, кстати. Все, ты разломался. Собирай, 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 собирай. Нет, собирай. Давай, 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 Йода. Давай, ты же хорошо пазл собирал в детстве. Так, и мы собрали монеты, 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 монеты. Богатство. Синие. Богатство. Я хочу богатство. Эй, ребята, вот можете так чуть-чуть подождать? Они что-то лезут, лезут. Папа, пойдем к дроиду. Жалко, не хватает. Да сейчас пойдем, морковку надо найти, ты же помнишь? Хорошо, мы сейчас будем управлять. Окей, я знаю, я вижу, но морковка. Ты же понимаешь, что у нас задача. Но вот тут, это мы ее собрали, морковку, да. А где же остальные морковки? Жалко, нету у Йоды, нету оружия массового поражения. Какого-то. Папа, давай пойдем в воду что? И посмотрим. Ну, надо помыться, да, Йода. Давай. Йода умеет мыться? Угу. Не очень-то он умеет мыться. А-ау. А-ау. И бум! Это нельзя забрать, это уже уничтоженная. Смотри, она горит, она ее нельзя. Я ее активирую, она не хочет ничего делать. Так, вон там тоже мина, смотри, видишь, на нее нельзя подходить. Папа, а давай все мины разобьем. 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 А-ау. Бум. Слушай, какой ты толстый. Ну давай вот так вот подойдем к ней. И все? А, то есть ничего. У нас тут True Jedi валяется. Ну, это в смысле Power Up. Папа, давай посмотрим. Да, пойдем туда. Обязательно. Морковочка. Морковочку нужно найти. Морковочка — это вообще какой-то удивительный момент, появившийся в этой игре. Я даже не ожидал, что такое есть. Так, туда, да? Туда пойдем. Ну ладно, хорошо. Давай активируем вот этот кустик. Бум. Соберем сердечко. Там было внизу. Я что-то не собрал? Вон там было внизу. Ну сейчас мы активируемся, все хорошо. Вот и морковочка. Так, ребята, я тут морковками занимаюсь, а вы тут пришли не вовремя. А ну-ка, брысь отсюда все. Это моя морковка. Это... Все хотят ее съесть. Все хотят морковку, я вам не дам. И разлетели. Так, быстрее, пока они не пришли. Это моя морковка. Вот так вот. Я никого не подпущу к своей морковке. Да что ж вы все лезете и лезете. Морковочку, морковочку, морковочку. Да не стреляй в меня. И есть. Все. Бам. И все разлетели. Главное, знаешь что? Главное собирать сердечки, потому что они все вместе, когда начинают стрелять, это очень опасно для нашей жизни. Йода жизнь. Йода никогда слушай, не умирает. Ну, потому что он, ему уже больше 800 лет, он же конечно так все. Ребята, вы там, вы мне не нравитесь, уходите. Ой, папа, я... Сейчас бум. А, бум. Ой, папа, я узнал. Йода умирает из-за старости. Да, да, то есть его так никто и не победил, да, он умер от старости. Это неплохо, на самом деле. Мы собрали мостик какой-то. Ай! Вот это приходится жертвовать собой, конечно. Ради того, чтобы это активировать. Так, ну нам нужна еще одна морковочка. Слушай, кстати, мы, ты знаешь, шутки шутками, а мы сейчас соберем про джедайство. Да? Да. Смотри. Вот здесь явно есть морковка еще одна. Давай. Ой. Ой, можно забраться наверх. Да, здесь нужен Чубака. Я ничего не вижу. Папа, там морковка! Да тут она везде. Я хочу просто мой. О! Какой-то турботанк собрать. Слушай, а там же валялся АТ-АТ. Мы на него так и не поуправляли им. Папа, а можно я им сначала Да, мы сейчас соберем морковку. Это нельзя, да, трогать? Это уже сбитый девайс. Морковку. Валяющийся. И вот здесь вот еще одна синенькая. Все, теперь морковки достаем. Вот морковка еще одна. Третья. Это третья морковка. Если достать все морковки, активируется новый светофор. Красота какая!
Давай так. Труд джедайства и чубакой наверх. Значит, мы бежим туда. Да, надо подняться наверх, да, потому что там действительно явно что-то интересное помимо светофора одного. Но сейчас мы получим труд джедай. Йода, конечно, классно прыгает. Такое. Ребята, бросьте сюда. Нет, вы просто уходите. Вы, если бы вы еще хотя бы монетки давали, а так вы бесполезны совершенно. Уходите отсюда. Давай. Пока, значит, они меня бьют, я тут за монетками лажу. Ого! Ребята, а вы что, откуда вы взялись-то? Так, а ну, крысит, брысь отсюда. Все, уходите. Мы уходим от них. Вон монетки наверху, как мы туда заберемся? А? Не знаю, что, наверное, сверху надо спрыгнуть, когда мы Чубакой влезем наверх, да. Так, тут где-то стояла ТАТ. Сейчас посмотрим. И все. Все, вот это я понимаю. На, попробуй управлять. Я не знаю, зачем это все. Эта штука умеет прыгать? А, нет, не умеет. Ты с нее спрыгнул. И ты Чубакой хочешь что-то делать? Так, а какая-то сила есть у АТ-АТ? Ничего нет, да? Ну понятно, это просто такая, это просто боевая машина Чубаки сейчас. Смотри. Вот там вот слева, справа точнее, с другого лева, да. Идем туда. Вот наверху светофор, видишь, да? И вот там наверху светофор. Как-то его, если в него стрельнуть... Мы в тире находимся, мы просто будем... Слушай, оказывается, АТ-АТ не так сильно стреляет. Ладно, давай побежим дальше, да? Потому что он, скорее всего, просто... Папа, так куда нам идти? А вот если мы побежим за ними, это возможно? Нет? Да. Так, ладно, я на Йоду, потому что Йода крут. В воздухе меня разбил. Все разлетелись. Йода, конечно, прыгает, как заяц. Так, ты точно нельзя за ними пойти? Да? Да, это невидимая стенка. Да. Ладно, ну все, бежим туда наверх, да, поднимаемся по мостику. Папа, теперь мой выход. Давай, надержи. Мы взяли труд джедайства? Мы не взяли труд джедайства, кстати. Нет, не взяли. Видишь, чуть-чуть осталось. Угу. Ну давай. Я возьму там наверху труд джедайства. Обязательно. Давай, пробегай между ними, пока нет никого. Давай беги, а то они сейчас все как понабегут толпой и будут... Поднимайся вверх. А вот теперь нам туда нужно как-то попасть. Смотри, вот туда нужно как-то попасть. Вот на те. Помнишь, я показывал тебе вот эти вот пьедестальчики? В общем, я не совсем понимаю, как это сделать. Наверное, опять другим персонажам все нужно приходить. Вот туда наверх как запрыгнуть. Только Джар-Джар. Скажи, а если подойти сюда на АТ-АТ и с его помощью влезть наверх? А это тоже идея. Давай к АТ-АТ. АТ-АТ. Давай подходим. Так. И... О, наконец-то набирает монетки. Вот, видишь, какая интересная и штука. Вон туда. А куда? Кстати, это хороший способ, между прочим. Жалко, а ты не прыгает. Так, хорошо. А если это сделать с помощью Чубака? Чубака? Нет, так не получается. Ладно. Ну что, берем АТ-АТ и заходим туда в открытую зону. Я думаю, это будет солидный. Появление этого джедая Йоды на белом коне. О, прошла курочка. О, мы без нее пришли. Ладно, жалко. Ты видишь, что тут монеты можно, тут же куча денег валяется. Может, тут тоже морковки есть всякие. Смотри, мы собрали какую-то часть чего-то. Видишь? Чубака, займись делом. Давай, защищай нас там. Мы тут монеты... А вот труджедай. Труджедай! Все. Поврам, да. Дайте мне... Чубака, давай, застрели там всех.
Так, мы собрали какую-то часть чего-то. Вот видишь, мы какие-то части чего-то достаем. Сейчас найдем, сейчас мы все соберем. Куча каких-то лего-деталей мы достаем. Так. Вот еще. Тут, кстати, очень много монет. На самом деле, собрать True Jedi не так уже и сложно здесь, потому что... Просто они все время лезут и лезут. Надо монетки, 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 монетки. Не монетки, точнее, это сердечки. У нас же сердечек мало. Так, вот это все. Что это такое? Груда какого-то металлолома, смотри, получается. Сейчас мы все достанем, все части. Вот. Вот так. И что это такое? Синенькое укатилось. И сердечко. А, опять вы прибежали. Ну что такое, ну? Вот дроиды непробиваемые. Пробиваемые они? Почему нет? Я же их уничтожаю спокойно. Так, это корабль чей валяется? Я не знаю. Так, и вот мы в итоге, что мы сделали? А, вот мы что-то собрали, смотри. Мостик. Бум, мостик. Поддон. Да? Ух ты. И куда-то он поплыл без нас вообще. Вроде управляемый мостик. Так, ну что, пришло время активировать эту штуку? Так, ты что делаешь? Он наверху светофор, кстати, смотри. Видишь? Так, достаем с помощью силы целый корабль. Давай, 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 поднимайся. Надо сначала уничтожить капитана, чтобы он не вызывал. Хорошо. А, да? Да. Вот тот, который наверху стоит? Да. И вон там. Давай. Так я про него говорю. Хорошо. Да. А и корабль там... таки тонет вниз, смотри. Наверное, надо взять Чубаку и просто его застрелить. Нет, не туда. Получается? Не получается. О, нет. Он еще вызывает. Ну, конечно, вызывает. У него работа такая, вызывать. А вот и он. Эй, дружище, на тебе мечом. Ну, конечно, мечом, очень проще. Светофор взяли, третий. А, так, сердечко, сердечко, сердечко взяли. Все, теперь нам никто не будет мешать, или там еще один есть? Там еще один есть, вон там. Смело говорит слева, смело говорит где. Бам! Эй, вот тебе. И все, с одного удара он сложился. Капитаны обычно такие, они складываются быстро. Так, здесь какая-то нычка. Нет? Это нет, нычки. Опять кустики. Тут что-то в кустиках все время. Кто-то в нас стреляет со спины. Откуда вы взялись? Мы же капитана убили уже. Это остатки, что ли? Да, это остатки. А где Чубака? Он вообще чем-то занимается вообще? Нет? На своей собственной планете. Почему он никого не защищает? Все, теперь нам никто не будет мешать? Угу. Что-то Йода как-то единственный его минус, он очень медленно передвигается. Папа, а почему этот корабль тонет? Я не знаю, я, честно говоря, не помню. О, а вот этот поддон, кстати, который мы собрали, да? Угу. Так, давай так, сбегаем за этими монетками, точнее, не монетками, за кустиками. За кустиками. Да, посмотрим, что там осталось, может быть, кроме монет, может, что-то там еще есть? Может, еще какая-то морковка. Раз и кролика достали оттуда. Ничего вообще, просто странно. Так, а куда нам идти? Не, так надо пойти активировать вот этот вот корабль, это же очевидно. А, и вот туда можно пойти. Угу. Да? Да, скорее всего, туда и нужно идти, да? Но мы сейчас разберемся с кораблем, мы уже, ну, чтобы угу. понять, что там такое. Надо с помощью корабля надо забрать светофор. А, да? Да. Кстати, подожди, мы же забрали только что светофор. Да нет, наверху, тот... А, который еще наверху, да, выше? Угу. И... А, можно на него прыгнуть. А, ну да, логично, ты прав, Леша. Он постепенно тонет. И... Да что ж такое, да? Он тонет. Да, надо еще, да? Угу. Ну да, слушай, ты действительно прав, Леша. Надо еще другим джедаем. Еще другим каким-то супер джедаем, который вообще супер-супер джедаем. Он должен держать. А, чтобы он держал, а тот прыгал, ну да. Сейчас и вот так, и вот так. Есть, взяли. Есть. Ты прав, Люша, ты молодец. Угу. Все, бежим туда, да, влево? Угу. Хорошо, все, корабль тони.
Утони уже корабль. Он еще возьмем одну серенькую монетку и все. Побежали. На Йоде лучше прыгать все время, потому что он очень медленно ходит. Ну или может это субъективное мнение, но по-моему действительно медленно. Еще играл. Слушай, куда же мы все-таки это пройдем уже? Так, иди за монетками. Вот это бежит. А вот и клоны. Вот смотри, тут наверху синенькая, значит здесь какую-то морковку за достанем. Вот, какую-то штукенцию, что видишь? Я успел. Какой-то лифт, да, для того, чтобы собрать монетки. Видишь? Угу. Папа, столько... пойдем к этому, который пишет своим друзьям. Друзьям которые... в скайпе через интернет, да? Типа, вон, смотри, в ICQ сидит. Типа, привет, как дела? Что сегодня делаешь? Так, ну только давай. Он за кустами. А он поэтому нас не видит. Все хорошо. Причем у него под носом что-то взрывается, он даже этого не видит, не слышит. А там какие-то эти самые шары катятся, смотри. Да. Я думаю, что он сидит просто на АТ-АТ, да, наверху? Угу. Ну-ка, сейчас мы его туда... Йода не влазит. Не может никак пролезть туда Йода. Угу. Ну хорошо, бежим влево. Но куда нам... Вон еще, смотри, клоны наверху. И еще наверху. Сейчас тут такой массовый обстрел у нас будет, не? Пиу-пиу. Бам! Минус два, сразу. Атака. Атака. Минус два. Да. О, смотри, тут куст, на который нужна темная сила. Видишь? Да. Куст для темной силы. Это, блядь, это крапива, наверное. Да. О, нет, никакой морковки больше нету. Угу. Пойдем туда посмотрим. Хорошо. А вот здесь коридор есть какой-то, смотри. Коридор. Да. То есть мы, да, это в коридор пойти нельзя, это псевдокоридор. Ну хорошо. Ладно, вот тут еще что-то. Ну, в общем, я думаю, что нам кустики уже не нужны, мы собрали Труджедай. А вот наверх, чтобы забраться, смотри, там явно есть какой-то лифт, да, небольшой. Да. Вот сюда он сейчас явно влезет. Получится. Вот здесь. Да, 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 скорее всего, да. Ой, там наверху был шар, я его активировал как-то только что. Силой. Ты видел? Mm-hmm. Камера поднялась наверх. Так, а как. А, вот я промахиваюсь по клавишам все время. Не, не получается. А, там можно сверху спрыгнуть. Это я не дотепа. Ладно, пойдем вниз. Так. Пойдем туда. Да, мы идем. О, АТ-АТ стоит. АТ-АТ. Так. А вот он где-то спрятался. Да, АТ-АТ эта штука такая, махина мощная. А мы ему в лоб пойдем. Ой, нет, он в нас стреляет. Да, как его убить-то? А что такое? Мы его заберем в угол? А, вот, надо просто было к нему подойти, да и лупить. Эй, давай. Все? Давай. А, все, можно теперь на него садиться, да? Дальше что? Ну, он туда. По-моему, тут надо куда-то стрелять. Да нет, можно с помощью АТ-АТ прыгнуть. А АТ-АТ не прыгает? Да нет. А, все, это я понял. Надо защищаться от бомб. Сейчас, я наготове. Вот так вот? Ага, просто использую силу на катящийся на тебя шар. И все. А этот внизу Чубака сидит. Ой, и... нет. Внизу Чубака сидит и думает, куда этот Йода полез? Вечно ему вот это не сидится, лезет куда-то, лезет и лезет. Так, ну так Чубака, иди сюда, вот тут твой выход. Где Чубака? Чубака, ну куда ты? Что-то где-то он пропал. Ну ладно, без Чубаки будем идти, что делать. Может быть сейчас, знаешь, что надо будет сделать? Надо... Сейчас, скорее всего, Чубака здесь появится сам. Ага. Нет. Ты видел? Чуть-чуть и... А почему-то не получается мост активировать. Или что это такое? А. Так. Переходим сюда. На темную сторону. И Чубака, ты где? Чубака? И где Чубака? Вечно он где-то лазит. Мне кажется, я знаю, в чем проблема. Когда мы там внизу оставили Чубаку одного. Где он там? Вот он. Вот, теперь надо переключиться на Чубаку. Нужно вот так вот сделать. Прыгнуть сюда, сюда, сюда. Да? Теперь переключиться на как-то на Йоду. На Йоду не получается. А как на Йоду переключиться?
Может быть, Йода сам догадается сюда подняться как-то? Да, догадается. Ну, не догадывается что-то он. То есть кто-то... Кто-то не хочет... А, секунду, сюда. Подожди. Секунду. Я что-то не понимаю. То есть можно что? Я смогу ли одним Чубакой там пройти, не используя силу? Я смогу через эти камни пройти или нет? Да. Давай попробуем. Прыгай сюда, Чубака, и АТ-АТ. И как через камни пройти эти? Все просто бегаю вот так вот по стене. Ага, понятно. Надо просто быть бронелобом немножко и бежать вперед. Вот так вот. То есть, ну, Чубака, он толстый. Он все сможет. О, смотри, может здесь спрятаться, да? От камня. Здесь спрятаться, да? Спрятались. Поднимаемся сюда. Вот так. Светофор. Еще раз, где-то уже. А! Упал! Подожди, стой, еще разок. Поднимаемся наверх. И сюда. Все, да? То есть, ну вот, ты представляешь, оказывается, и все. Так, пройдем через камни. О, пробежали. И все, опять без Йоды мы ничего не можем. Понимаешь? Так, давай посмотрим, где наш Йода. А он тут стоит с мечом, понимаешь? Давай так, побежали вниз. Может быть, тут есть какой-то, как это называется? Морковка какая-нибудь может вырастет, понимаешь, и из этих цветочков. Может быть, сможем поднять просто какую-то ступеньки или, может быть, лестницу. Вот. А, вот же она. Ну, вот и все. Все просто, все решилось, оказывается. Вот. Чубака, иди сюда. Залазь уже давай. Вот, все, оказывается, все. А мы-то думали. Так. Надо защищать Чубаку. Делается. Я просто поздно использовал силу. Ты есть. Вон еще один. Это еще один. Он не докатился, мы его там наверху взорвали. Да? Я сразу просто увидел, что можно активировать силу. Так. О, успел. Он иногда не всегда думает. Он не всегда хочет, точнее, делать то, что просят его. Все, и сейчас мы тут дойдем вдвоем и сможем встать на две кнопки. И откроются ворота. И там будет опять АТ-АТ вместе с... Со штурмовиками. С колоннами. Вот так. Это вот так. Вот. Давай, Чубака. Вон стоит АТ-АТ, смотри, заклоненный. Так, ты готов с ним воевать? Угу. Я не очень. Папа, давай я в него просто. Ой, куда он делся? Он, видите, как надо воевать с АТ-АТ? Очень просто. Надо подбежать к нему, он. О, вот он. Да, здесь все очень просто. Оказалось. Он где-то взлетел. Вот еще один. Куда он девается? Что за баги? Все, победили мы его? Угу. Ну давай. Ладно. АТ-АТ? Давай, поехали. Смотрите, какое звездное небо красивое. Вот сюда. Звездные войны, туда. Звездное небо. А что туда? А вон монеты лежат. Ночь. АТ-АТ топчет все монеты. Хорошо, можем пульнуть одну. Не знаю в кого. Йода управляет АТ-АТ. Вот где такое видно в фильме, а? Вон. Светофоры. Я готов его взять. Вот так, смотри. Раз, два. И все. Вот это, я понимаю, махина. Готов его взять? Да. А мы не провалимся? Нет. Можно было просто на АТ-АТ подойти. А это какие-то штуки для использования темной силы или нет? Для живой силы. Не, для нормальной силы, смотри. Мы сейчас что-то активируем. Ой, да ну, ребята, ну что вы делаете? Ну, отойдите все отсюда. Вау. Сейчас заберем сердечки, потому что они нас покотали. Ай, командор. Слушай, одни командоры Коди, кстати, видишь, смотри. Они толще или мне кажется? Они толще. Толще, да, немножко? У них планшеты на руках. А, за счет планшетов толще. Ну да. Это мы активируем какой-то сейчас сигнал в космос, луч какой-то. Да что ж вы хотите-то? Бум. А всё. Давай отойдем АТ-АТ. Так. Хотел сердечко взять. Все, мы все активировали в этом девайсе. Ну, странно тут. Куда нам идти? А чё мы не стреляем? Стой, подожди, а эти штуки что, разбиваются? А, они разбиваются. А зачем тогда мы их активировали? Хорошо.
Сейчас я просто избавлюсь от назойливых мух небольших. Каких? Да вон, всякие штурмовики. Не туда. Вот, вот какую-то ракету поднял. Это межконтинентальная ракета космос для связи со звездой смерти. Нам сюда. А, все, уровень пройден. Вот, наконец-то мы отправили нашего Йоду в другую галактику. Фух, избавились от него, от этого старикашки. Да? Level complete! Да! Фух, это замороченный уровень, тяжелый, да, был немножко? Да. Так, у нас есть Чубака, есть Йода, наконец-то. А, ну Йода уже и был, да, у нас? Да! Мы получили Проджедай? А, да, получили уже 40 раз, на самом деле. Мы с тобой молодцы, собрали 5, по-моему, или 6 тысяч монет. Сейчас. Да. 339 290. А из миникитов, там некоторые микиты мы собрать не могли, потому что нужно приходить другими персонажами, да? Угу. Потому что надо высоко прыгать. Сколько? 6. Хорошо, вроде даже неплохо, да? Да. И 16 кубиков за True Jedi. 16. Да, 16 кубиков. Все, level complete. Пятый чаптер, пятая часть. Какого эпизода? Третьего. Третьего эпизода, правильно. Ruin of the Jedi, падение джедаев называется. Угу. Часть. Это было... Нажимай, story, нажимай. Кажется, это где было? На какой планете? На планете... Сейчас... Корусант, по-моему, это было на Корусанте. Угу. Да, это падение джедаев, и здесь будет Оби-Ван Кеноби с Йодой. Вот, что они будут делать, я не помню. Эй, Йода, ты что такой мрачный? Сила, мой друг, не равна. Эй, смотри! А кто это третий? Третий это кто? Не знаю. Не надо, подожди. Это куча джедаев, и они тут стоят, совещаются. А, это не джедаи, это клоны, которые были превращены в джедаев. Не забываем о том, что мы собираем True Jedi. Вон, вот что это такое? Бум. Надо развалять. Что стоит? Вон светофор стоит. Йодой хочешь? Папа, я буду Оби-Ваном, а ты Йодой. Ну тогда я на Йоду переключусь. Так, вон там стоит светофор. Йода бежит хромающей походкой, забирает первый светофор. А где мы уходим вообще? Какой-то большой-большой-большой корабль, и под ним разбросаны монетки. Ой, я ударяюсь в потолок, да? И вот здесь вот еще можно было активировать... Вон, смотри. А, нет, я случайно. Вот здесь можно собрать какую-то штуку и, наверное, подпрыгнуть наверх. Оттуда из подземелья вырвалась куча монеток. Что это такое? Это что это? Ты не знаешь, что... Что происходит? Дрожит все. А, вот она еще одна. Потом еще... Третья. Давайте. Вот четвертая. Сейчас мы соберем такую вот лестницу. И на ней влезем на нее. Влезем. Не влезем. Есть, влезли. Класс. Йода крутой. Йода крутой, да. Папа, мой выход. Вон, смотри. Ну, давай, только тут видишь, что происходит. Бам! Тут прибежали какие-то... гвардейцы в плаще джедая и говорят, что мы будем теперь джедаями. Если мы одели плащ, значит мы джедаи. На, держи, теперь твой выход. Давай, смотри, вон наверх еще как-то можно забраться. Да, только это Джар-Джар. Ну не обязательно, почему Джар-Джара? Может быть они тоже могут. Скорее всего, наверняка есть какой-то чудесный секрет, которого ты не вот знаешь. Это? Вот это, смотри, можно развалять. Бэмс, вот тебе монетка. Посмотри, тут целая огромная территория. Вот это что? Почему оно активируется до сих пор? Не знаешь? Нет. Мне кажется, мы сейчас как оттуда какого-то врага сейчас вытащим. Такого дергали лего пазлы. Вон смотри, какие-то штуки, вон смотри, спрятанные, видишь? Какие-то гранаты. Это тоже можно разбить, я точно знаю. Вот здесь вот какую-то силу. Используем силу для добычи. Просто монеток. Все, это неинтересно. Может быть, какой-то золотой кубик там будет еще, нет? О! Это подъем, ну, не Чубаки. Для нас, да, для Чубаки. А у нас есть Чубака? У нас нет никого, да, только двое.
Нет, куда ты? Куда? Видел, как у меня сползало? Меня сдувало ветром вниз. Папа, я видел когда-то здесь, когда ты падаешь, ты трачешь свои монетки. Это в Гарри Поттере я так сделал. Нет. А здесь тоже? Здесь тоже. Давай, прыгни туда. Давай, 6370, пробуем. Ю-ху! Сейчас. Все нормально, 6470, так и было. Видимо, это не здесь. Это, наверное, когда он разбивается, да? То есть так происходит. Ладно. А вон, смотри, кстати. Ой, смотри. Вот как ты говоришь. Вот смотри, как можно добраться наверх. Вот туда и туда. Нет, вот так вот нельзя. А если здесь стукнуть вниз? Оно ничего не взорвется? Нет. А должно было. Все, ты хотел сюда зайти? Угу. Активируем? Да. Развалилась. Дверь развалилась. То есть джедай, который развалил дверь. И что? На ней можно кататься теперь до двери. Все, мы ее разбомбили. Все ради денег. А тут денег-то и нет. Просто разломать, да и все. А вот, есть немножко. Да, туда нужно как-то подняться, да? Ну, можно, но не нами, а другими персонажами. Да. Во фриплее, скорее всего, можно. Да. О, красная дорожка ковровая. Еще одна красная дорожка ковровая. Куда мы идем? Вот стоят два штурмовика. Они уже не в плащах джедая, да? Ага. Так. Это а что? Там нужен это слева, смотри, слева это эскиз Звезды Смерти, смотри. Видишь? Звезда Смерти. Смотри, они нас не видят. А мы пока тихонечко монетки поковыряем. Синяки. Давай к ним подойдем. Скажите, а как пройти библиотеку? Как, не знаете? Ну тогда вот вам мечом. Вы что, не знаете? Вы штурмовики, вы не что? Книг не читаете, что ли? Вот, не образованные. Все. Давай вот это. Давай. А что это, да? Тоже. Лестница. Точно. Собрали лестницу. Так, это план Звезды Смерти. Да-да-да-да-да. Это надо построить Звезду Смерти. Зачем? Куда ее строить? Дей. Ой, кто-то... А, это такие штучки, которые, типа, на них тренировались, да? Слушай, они, по-моему, уничтожимые. Неуничтожаемые. Нет, уничтожаемые? Уничтожаемые. Уничтожаемые, да? Но все-таки Звезда Смерти. Может быть, ты построишься? Куда она летит? Улетела. А может... Папа, давай попробуем... чтобы ты надавился на нас. А, чтобы она грохнулась на нас сверху? Да. Давай. Хорошо. И давай вернусь сюда назад. Давай. И вот все, стоим, ждем. Она нас вытолкнула. Не получилось. Нет, это Йода. Что Йода? Помешал. Йода помешал? Да. Всему виной Йода. Мне тоже так кажется, сейчас я упаду случайно. Так, давай доведем до конца эту планетку маленькую. Посмотрим, что оно произойдет. И все? А, так это надо, давай. Это было только для того, чтобы собрать эти монеты и все, что ли? А, нет. Это вот вывалилась оттуда большая, одна синяя, огромнейшая синяя монета. Все, а зачем мы ее туда переместили? Кому-то известно? Нет. Мне даже не известно. Ладно. Поехали вправо. Вывалилась синяя. Смотри, мы сейчас тут джедай получим. Я надеюсь, уровень сейчас не закончится. Так, тихо. Главное монетки. И привет. А может, мы его зря убили? Слушай, а тут нет такого препарата, как... Ой, смотри, это камера наблюдения с нами. Смотри, мы бегаем влево-вправо, она с нами смотрит. Смотри, видишь? А нет здесь такого девайса, помните, как когда мы спасали Чубаку, точнее, Чубака бегали, когда он шляпы одевал разные, помнишь? Да. Может, можно было просто переодеться в штурмовика, шляпу одеть, шлем штурмовика одеть и все. Ой, давай это посмотрим. Давай, там тоже какая-то планетка.
Ну, просто тут сейчас... Да тут же дайство совсем немножко осталось. Поэтому я и бегаю за каждой копейкой. Папа, это вторая... Это кусок второй звезды смерти. Да, расколенный, да, кусочек звезды смерти. Ой, мы ее сейчас соберем. Мне кажется, что если мы сейчас нажмем эту штуку, то мы соберем звезду смерти, и в итоге нас будут винить в этом всем. Бум. Парни не ожидали от нас такой прыти. Ладно, что, собираем звезду смерти? Да. Давай. И одна половинка поднимается. Йода вторую половинку поднимает, да? Да. Сейчас вытрусим оттуда кучу монет. Ты понимаешь, с виду такая безобидная ситуация, они собирали звезду смерти. Чуть-чуть осталось. Да, а оказывается, они фактически активировали там самое главное оружие против землян. Против всей конфедерации. True Jedi! Бум. Тумбочку собрали. Ой, какая-то штука вылезла, смотри. Бум, еще одну тумбочку собрали, смотри, еще одна штука вылезла какая-то. Активируем шестеренку. Йода тоже активировал шестеренку. И сейчас откроется что-то. Открылся проход, а сюда вниз можно было. Но мы сейчас туда пойдем, просто мы вниз бегаем, да? Может, тут с кем-то тоже повоевать можно? Тут тоже какие-то тумбочки, смотри. Светофор! Светофор стоит вдалеке. Вот видишь, мы потеряли. Не потеряли. Эта штука для темной силы, да, наверное? Да. Пойдем заберем светофор. По-моему, придется себя с собой пожертвовать, да? Да. Давай посмотрим. 22680? Да. Нет, другое. 22700. Смотри. Во-первых, мы не допрыгнули. Мы зато потратили. Не потратили. 22700 так и осталось. Да что ж такое? Так, надо лучше разогнаться. Давай. Есть, получилось. С тремя жертвами, но светофор собрали. А что здесь? Что здесь? А, как-то там полочка такая, смотри, вон справа. Видишь? Смотри. Видишь, да? А ну-ка, Йода. Смотри, как далеко он улетел. Да. Ой. Не получилось. Ну ладно. Так. Папа. Ау. Давай я зайду туда. Давай зайдем сюда. А вот и клоны нас ждут. Так, секундочку, мы сейчас на них тихонечко, аккуратненько выстроим мебель в нашем порядке, как нам это надо. А там темное. Где? А нет. Нет, все светлое. Все светлое. Пока ребята не видят, мы здесь перестановочку сделаем в комнате. Они, я думаю, не против. Не против. Ой, ну что такое? Ну что вы активировались, ребята? Ну подождите, ну мы хотим просто, мы тут пришли перестановку сделать. У вас некрасивая мебель стоит, не по феншую. Понимаете? Не по феншую, там что-то монетка была дорогая. Недорогая, но монетка. Так, ну мы собрали True Jedi. Я так понимаю, что если сейчас мы сделаем какую-то лестницу, да, и можешь забраться наверх. Попробуем? Давай. Как вообще? Какая логика присутствует у этой лестницы? Как на нее подниматься? Зачем? Что я делаю? Кто мне подскажет? Надо это убрать. Секунду. Давай, уберем, да, ты прав. Уберем. И что? Уберем эту. И эту уберем? Угу. И вот эту, да, чтобы запрыгнуть наверх. Хорошо, ладно, уберем эту. Окей, и... И все. И все? Зачем? А там светофор просто, понятно. Значит, мы это ставим сюда, к себе. Я, понятно. Значит, она нас толкнула. Мы делаем вот так. Какая хитрюшка. Хитрюшка та еще. А как вот забраться сюда? Вот кто мне подскажет, как это делать? Никто. Никто не подскажет? Угу. О, у меня же получилось только что, ты видел? Смотри, как это... Слушай, по-моему, Йода выше прыгает. Давай пробуем Йоды. Давай. Йода застрял уже в текстурах сразу же. Да он точно так же прыгает. А, нет, не точно так же, он выше прыгает. Угу. Чуть-чуть, на 13 миллиметров. И еще и косы. Не на 13, а... На 4. А на 45. Да, отлично, мы выдумали историю такую сейчас. Вот, все, и вот все это разобьем сейчас. Ладно, все это, оказывается, ради светофора делалось. Мы убили трех... Папа, мой выход. Давай. Мы убили трех штурмовиков только ради того, чтобы добыть светофор. Так, это какая-то серверная. О, нет. Какая-то серверная комната, в которой куча суперкомпьютеров. И ее охраняют три инженера. Охраняли один главный инженер и два обычных инженера.
Смотри, можно здесь темная активировать. Сила. Да, активировать темную силу и добыть монету. А там выбежал еще один инженер. Не один, четыре. Так, хорошо. Здесь влево-вправо побегай. Что там? Тут тоже нужен Чабака. Или какая-то, или Падме, или, да, Панака. Да. Ну, тут тоже нужен Панака, или Падме, или Чабака, или те, кто умеет лазить на веревках. Наверное, Панака остается живым. Да, они все остаются живым во фриплее, там, кем угодно, хоть императором играй. Что там влево-вправо? Что у нас влево-вправо? Зайди сюда влево-вправо. Чего у нас тут? Просто монетки серенькие причем. Да, вон синенькие можно собирать только с использованием темной силы, да, получается? Да. Ну, мы еще пока не темная сторона. Вот, скоро мы, Аспетуэ, скоро мы Энакином станем окончательно Дартом Вейдером. В шестом уровне этого эпизода. Кстати, так. Я взял сердечко. Сердечко взял, это правильно. Сейчас на тебя набежит, я уверен. Светофор там, да? Давай побежали его возьмем. Стой, подожди, назад, назад, стой, 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 стой. Давай постепенно. Что здесь? Можно активировать силу. Видишь? Но мы туда не можем пройти, да? А, надо как-то убрать эти щиты все, ну, эти стенки. Так, это только разбивать или можно только разбивать, понятно? Ну ладно, продолжаем. Давай. Тут какая-то цель зеленая. Какая-то рука большая, смотри наверх. Что это? Это можно ударить? Ну, нет. Ударить можно, но оно не реагирует на наши удары. Так, но тут не все закрыто, видишь? Не все повороты закрыты. Вон наверху какие-то рычаги. Смотри, можно активировать здесь стены, да? Угу. Правильно? Сейчас у меня получится. У меня должно получиться. Вот, активируем стену. И забираемся наверх. Ну ладно, уже раз упал, возьмем синенькую. А как сюда? Вот так вот? Что-то я промахиваюсь все время. Тут какая-то у меня тут... Вот. Вот, теперь мы... Что делаем? Активируем силу, да? Угу. Сила. Так, окей, активировался один коридор. Хорошо. А вот эту штукенцию? Вот эту штукенцию как взять? Вот эту вот. Как? Вот она перед нами, а мы ее взять не можем. Что за дискриминация? Илюш, как это взять? Там невидимое защитное поле. Да нет, просто на высоко какое-нибудь поле. Ладно, хорошо. Так, один коридор мы активировали. Вот, справа... Справа мы активировать не можем, там какие-то те самые защитные камни, да? Там еще. Мы идем сюда, конечно, да. Там еще. История... А там защитное поле. Где? А, да? Угу. Да ладно. Опять синенького скакала меня. Слушай, на самом деле мы давно уже True Jedi собрали, но у меня почему-то вот эта вот идея, желание собрать все монеты валяющиеся, это... Так, я или не вижу, или я промахиваюсь. Слушай, как так? Вот это вот, конечно, не особо удобно. Вот. И... То есть, все, мы не можем пройти. Хорошо, надо на кнопку нажать. Сейчас. И... Вот, есть. Сейчас кнопочку нажмем. Все. И теперь можем активировать, да, эту штуку. То есть все довольно сложно, на самом деле. Хорошо, мы поняли, мы активировали второй коридор. Нам туда. Вот так я хотел показать. Да. Неожиданно. Да, неожиданно очень. Почему нам направо? Вот, давай туда. Здесь тоже что-то вот какие-то... А там нету. Нету чего? Защитного поля. Ну, это хоть это радует. А почему здесь двойное? Ну что, мне мало одного, что ли? Ну, вообще, мне мало, конечно, я так промахиваюсь. Даже здесь промахнулся. На, я не могу, у меня не получается. Вот так. Нет, не упади, не упади. Все. Так. Там светофор. Я вижу, да, светофор. Сейчас мы активируем третий коридор. Теперь активируем эту штуку. И берем сюда. Сейчас кто-то вылезет. Я уверен просто. Вылезет и наваляет нам. За то, что мы сюда полезли. Нет? Не вылез? Нет. Это просто открылось. Светофор. Пятый. Бум. У меня вопрос. Как активировать вот... Ой, Йода, прости, я не то имел в виду. Я вот это хотел сделать.
как активировать левую часть, потому что в правую мы влезли, тут все доступно. А вот в левой части там экранированный щит. Смотри, здесь закрытый коридор. И тут вот спряталась синенькая каким-то чудом. А мы сюда пришли? Да. Мы точно? Да, мы сюда пришли, точно, ты прав. Так, то есть на, в левую часть нужно как-то где-то что-то поискать. Духом. Есть какой-то дух, которым поискать? Есть только Оби-Ван Кеноби, Энакин Скайуокер. Нет, и Энакина сам... Скайуокера нет у нас духа. Есть. Энакин Скайуокер у нас еще живой, и Энакин Скайуокер вот-вот станет Дартом Вейдером. Дартом Вейдером. Забегаем сюда. Угу. В темный коридор, в неизвестность. О, очень даже известность. Бам! Не получилось. Бум. Слушайте, ну что такое? Ну, ребят, ну... А, понятно, я просто мажу по кнопкам, а так все хорошо. Бум. Простите, пожалуйста, я мимо вас промахнулся. Вот так вот. Все, зато все сердечки собрал. Так, тут что-то активировано. Какая-то монетка, смотри, 25 центов вставлены в автомат. Если мы ее вытащим, то будет какой-то бонус, нам вытащат без... какую-то игрушку достанут. Светофор, как тебя разбить-то? Я хочу тебя взять. Ладно. Я не знаю, как эти щиты убирать. Там надо активировать. Здесь что, темная сила, что ли? Здесь темная сила. Вот, надо, значит, я понял. Чтобы открыть тот светофор, нужно активировать темную силу. Да? Угу. Ну вот. А эту можем хоть? Не понял, что. Что, не можем, что ли? Ладно, нам надо достать 25 центов, я понял. Тогда она активируется. Скорее всего, так. Берем эти 25 центов. Так, сейчас. Ну, я что-то делаю. Вывалилась монетка. И замигало. Я сделал короткое замыкание сейчас. А нет, мы сейчас какой-то... Опять будем какой-то межгалактический коннект связи. Это граф Дуку? А нет, это Энакин Скайуокер. Мы увидели, как он убил этого Винду, да, по-моему? Нет. То есть мы увидели, как Энакин Скайуокер перешел на темную сторону. Да, мы увидели, как Энакин Скайуокер... убил Мейси Винду, да. Мейси Винду, по-моему, его зовут. Вот, и мы поняли, что Энакин Скайуокер перешел на темную сторону. Да. Наконец-то мы это узнали здесь, вот в игре. Да. Значит, следующий эпизод у нас будет превращение Энакина Скайуокера в Дарта Вейдера. Да. Там-там-там-там. Там-та-дам, там-та-дам. Шестой чаптер, шестая часть. Шестой уровень, нет, часть третья. А шестой уровень мы будем играть, по идее, насколько я помню по фильму, это будет превращение Энакина Скайуокера в Дарта Вейдера, да? Да. А Дарт Вейдер называют чаптер номер 6, так и называется Дарт Вейдер. Давай. Илюша, я твой отец. Поехали, смотрим, что это? О, планета Мустафар, да, одна сплошная лава. Это жена говорит, ты изменился, я тебе не верю, тебе с тобой что-то происходит. Я не верю Сенату, я не верю джедаям, они злюки, они плохие. Вот Оби-Ван Кеноби, я убью его! Энакин стал злым. Энакин стал не доверять совету джедаев. И все. И похоже... Ой, все разваливается. Всё... Ой, нет! Папа, ты должен справиться с этим. Я справлюсь, мне главное монетки собрать. Нет, я буду... Я смогу. Ты видел, я из лавы выпрыгивал. Надо за Энакином Скайуокером. А может, надо бежать впереди него? Да. Кажется? Надо. Синенькую. Упустил синенькую. Ай, не получилось. Ну, ты знаешь, на самом деле сейчас все будет хорошо. Смотри, сейчас мы все возьмем. Так вот, синенькую взяли. Ой, я не допрыгнул. Ладно, попытка номер 4. Или 5, я уже не помню. Какая попытка, не помнишь? Попытка номер 6. Вот так вот. Мы можем даже превращаться в Энакина Скайуокера. Не можем. Хотя, может, и можем. О, точно, я Энакином играю. Я Дарт Вейдер. Я зло. Точно, мы играем теперь Энакином.
Давай ударим кого-нибудь. А он прыгает так же, да? То есть мы можем играть и Энакином. Ну, Энакин пока еще добрый, по идее. Насколько я помню. Нет. Слушай, ну что, неужели сначала что ли? Ну зато все монеты собрали. Все, теперь просто бежим целенаправленно уже до этого прохода, да, чтобы все-таки про... А, здесь нельзя было, да? А давай стоять. Мы, к сожалению, провалимся в горячие источники. Полмиллиметра не хватило. Да. Да что ж такое-то? Сейчас. А, мы же... Вот, слушай, вот я не дотюпал. Мы же можем два раза прыгать. Мы же лучше прыгать. Все. Кого бить? 28, 27. Что происходит? 26. Что такое? Что надо сделать? Почему? У нас сейчас само все взорвется, я знаю. Да нет, надо вот эти башни строить, наверное. А если я... Чтобы добавлять время. А, да, точно. Слушай, Зита, ты прав. А, оно же сейчас разрушается, и поэтому для того, чтобы оно... Светофор. Светофор, причем какой-то странный, или мне кажется. Так, то есть я могу спокойно сейчас пока побегать, да, но главное успеть вовремя поставить башню. Папа, правильно? Ты будешь Оби-Ваном Кеноби, а я буду Энакином Скайуокером. Ну, я не знаю, просто тут смотри. Вот светофор, кстати, мы добыли. Вот таким вот методом странным. То есть это очень интересный уровень, между прочим. И причем я не понимаю, мы за темную сторону играем или за светлую? Вот сейчас. За темную. Ну, по идее, за темную, да, потому что мы играем Энакином сейчас. Угу. Ну, ладно, хорошо. Ничего, что у нас осталось 16 секунд, нам что-то взрывается уже. Нет? Ставим башню. Ставим 9, 8. Сейчас, по-моему, кто-то сфейлит уровень. Да? Тебе не кажется, что я сейчас просто сфейлил уровень? 1, 0. Все свалилось. Давай, в общем, так. Цель. Взять светофор. Да, башню надо собрать. Это безусловно. Но... Да, целая толпень монет. Богатство. Энакин богат. Так, ну давай вот все-таки по классике берем True Jedi. И все будет хорошо. Здесь собираем вот так вот. Собираем здесь монеты. Вон светофор спрятан, смотри. Как его взять-то? Что-то за. Ага, понятно, надо было этот гробик разбить просто. Все, берем светофор, все хорошо. Папа, ну давай быстрее. Да я, время. Да, я делается. Я вот смотри, я еще один светофор достаю. Я не знаю, зачем я все делаю, я рискую нашей жизнью, но тем не менее светофоры будут там, папа, там давай. Кто там нужен? Кто там? R2-D2. У нас есть R2-D2 здесь, нет? Нет. Дайте какую-нибудь собирать башню, чтобы ничего не рухнуло. Ну, во всяком случае, не так быстро, чтобы рухнуло. Синенькая. Сейчас будем труджедаями. Так, это еще какая-то синенькая. Что там? Там ничего нету? Там ничего не оказалось. Давайте, давай, ну... почему он не управляется? Труджедай. Все, окей, труджедай, но... Я сейчас опять сейчас фейлю, к сожалению, потому что, ну, да, в общем, все. Не, ну, сейчас, да, я, в общем, теперь мы все соберем. Мы собрали уже все светофоры, все, что могли. Теперь собираем все балки. Раз. Теперь вот это. Да, балка, два. Балочка 3. Давай, балка. Где она? Вот. Балка 3. Бум. Балка 4. Здесь собираем монетки быстренько. У нас остался теперь главный вход там. Все? Да. То есть уже ничего у нас такого серьезного не выпадет, уже только да. Осталось. Можно чуть-чуть побыстрее. Побыстрее. И собираем вот эти штуки. Собираем. Раз. Два. Да все нормально, уже смотри, 70 секунд. Три. Это заваленный проход, мы его сейчас освобождаем. Четыре. Все? А, вот там еще какие-то входные эти самые, смотри, замки. Все, взаимосила, и мы выходим. Все, все-таки Энакин Скайуокер и Оби-Ван Кеноби вышли, но Энакин его подставил, да? Сказал, я тебе не верю, Оби-Ван. Я буду с тобой драться. Сенат плохой. Вы хотите все испортить. Я чувствую гнев. Ну да, они... О, смотри, светофор. Опять все рушится. Нет? Опять я почему-то Энакином играю. Как-то тут полный дисбаланс в сознании сейчас происходит. Подожди, что происходит?
Секунду. Куда нам идти? Почему только что у нас упала слева эта штука? И что? Куда нам идти? Нам туда. А, вот смотри, слева у нас падает камень. Смотри. Да? Сюда? Куда? Подожди, а куда идти? Не знаю. Я тоже не знаю. А мы можем переключиться на Оби-Ван? Да, можем. Папа, давай. Я буду Энакином, ты будешь Оби-Ваном. Давай, переключайся. Я просто не совсем понимаю действительно, что происходит, потому что мы собираем эту штуку, и что? Куда давай нам? Вот это. Тут лава. Ну вот я активирую эту штуковину, смотри. Оттуда выпадает монетка, которую я уже четвертый раз бил. Здесь можно разбить эти штуки. А дальше что? Дальше что? А, это кнопки. Боже мой, вот мы село не асфальтированное. Смотри, это же кнопки. И на светофор прыгаем. Светофор. И вот сюда. Дальше. Вентиль. Мы будем с сантехниками. Перекрываем все. Перекрываем еще. Все. Все. Нет? И что дальше? Ага. Смотри, Энакин делает за нас все. И еще раз активируем. Тут все надо на время делать, да? Потому что мы сейчас... И что? И что? А, вот. Вот мост поднялся. Все, теперь битва Энакина и Оби-Ван. Так, кто кого? Ну, они, конечно, борются с собой. Он вроде еще друг ему, но они уже плохо себя ощущают. Пробегай через эти штуки. Вон светофор, видишь, вон? Угу. Давай туда прыгай. Нет! Рано, это слишком далеко. Надо перекрыть сюда на островок и вправо. Хорошо? Угу. Слишком далеко просто. Ну давай, давай, Илюш, давай. У тебя получится. Вот, есть, хорошо. Сюда и влево, вправо точнее. Давай, есть светофор, ну хотя бы одна цель. А, они тонут! Да! Монет. Давай попробуй. Угу. Все, давай, поехали. И они тоже, кстати, они тоже уплывают, да, от нас? Мустафа? Да-да, у тебя он обожает, значит, да? Давай, сейчас все будет нормально. Сейчас мы добежим до этого островочка. Сюда. И сюда. И сюда. Эй, хорошо, взяли. Но все, как бы. О, Энакин прыгнул на камеру. Ты видел? Угу. Давай теперь туда. Хорошо. Все взрывается. Все взрывается. Слушай, а на самом деле куда бежать? Потому что там есть два пути, я смотрю. Смотри, можно побежать лево и прямо, а можно побежать вправо и немножко дальше. Давай прямо будем. Сюда, сюда. Нет, вот так вот. Почти. Слушай, у меня возникла идея. Если взять труд джедайства, не труд джедайства, а пауэрап сейчас. А мы научимся летать? Давай. Летать хочу. Летать, я хочу. Не летать. Не летать, охота. Охота за привидениями. Охотник за привидениями. Надо туда схватить. Возьмем, пожалуйста, посмотрим, что там. Да он прыгает. А, не, немножко дальше прыгает. Вон туда. Немножечко. Нет, или это психосоматическое, я уже не понимаю. Нет! И пауэрап. Папа, давай я попробую. Ну хорошо, последний раз я уже делаю, ладно? Следующая твоя попытка. Угу. Хорошо? Давай. Сюда. 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 И сюда. О, видишь, надо было тебе раньше мне сказать. А теперь? Надо было раньше сказать, тогда у меня бы раньше получилось. Ой, левитация. А давай туда, в дым. И что, зачем мы на самую верхушку забрались, ты не знаешь? Какой красивый вид. Туда. Энакин, смотри. Помнишь, мы когда-то... она тонет! Эта штука тонет. Слушай, ты видел, я застрял, не мог прыгать. Я нажимал. Давай, твоя очередь. Моя очередь. Джедай. Ой, нет. Я понял, тут надо... Нет времени ждать. Так, спокойнее, нервничай, давай. Вперед. Сюда, правильно. Сюда, отлично. Вправо. Папа, твой выход. Отлично, давай мой выход. Тут бы удобно было джойстиком играть, да? Да. Не на планшете, а джойстиком. Угу. Потому что...
Это мы... Лучше у нас получается, да, Илюша? Да. Вот 3 миллиметра не хватило. Ай-яй-яй. Ты давай, переживай за меня. Старайся, я, болей. Я за тебя давай. Болею. Болей за меня. Болею. От нас с тобой зависит судьба неизвестно кого. Все, теперь ты за меня. В смысле за тебя? Я за тебя что? Болеть за тебя? Да. Я за тебя болею. Я болею за тебя, Илюша. Давай, Илюша, у тебя получится. Давай, Илюша, у тебя получится. Ты сможешь. Нет, ты не смог. Это не важно, кем играть. Главное добежать просто. Ну, это же самая важная задача. Пройти игру без какой-либо проблемы. Хотя это одна сплошная проблема. Все, так, сюда наверх. Наверх. Еще наверх. Левитация. Хорошо, еще наверх. Еще наверх. Давай туда. Сейчас. Вот и куда... Нет! Так, секундочку. Мы сейчас играем Энакином против Оби-Вана. Подожди, Оби-Ван, секунду. Там был светофор. Подожди, как мы сюда пришли? Я хочу сюда уйти. Нет, подожди, Энакин. Оби-Ван, не убивай меня, пожалуйста. Не убивай. Я хочу вернуться назад. Ну ладно. Давай я... Давай. Давай, сердечко. Давай, на, дерись с Оби-Ваном. Будешь с Люкой. Давай. Дерись! Давай, вот так вот. Но, к сожалению, Энакин Скайуокер. Ай. Давай, давай, одно сердечко у него осталось. Сейчас тебе Оби-Ван наваляет. Ух ты! Ты убьешь Оби-Ван Кеноби? Нет, он притянул к себе меч, но Оби-Ван все-таки сильнее. А-а-а! Он смог убить Энакина. Видишь, он ему... Все, вот так вот. Энакин полуживой остался умирать на... Лаве. На планете Мустафар. Да. И мы прошли весь эпизод «Месть ситхов». Да. Грустно. Да. Энакин Скайуокер стал Дартом Вейдером. Угу. Ладно. Подписывайтесь на канал Жестянка и на картонку заглядывайте. Пока-пока. О, стой. Finish story. Посмотрим, что здесь будет происходить. Значит... Тут сейчас нам что-то покажут, какую-то историю. Пришел Оби-Ван Кеноби, Кердова 2. А, здесь Падме рожает, да? Здесь, причем две обезьяны принимают роды. Не две обезьяны. Две обезьяны, смотри, там два раза родила она и, к сожалению, ушла из жизни. Смотри, это Люк Скайуокер. И Падме. Это с Люка, этот самый, как его, ситх, пришел, сказал... Энакин, не переживай, я тебя восстановлю. Вот специальная установка. Да. Мы тебе вселим сознание Арнольда Шварценеггера из фильма «Вспомнить все». Оденем на тебя маску, засунем в нос специальную таблетку. И будешь ты ходить, улыбаться и дышать громко-громко. Я чувствую силу! Я разломаю все! Падма умерла! Нет! Я стал ужасным космическим... дроидом-компьютером 15 века. Дарт Вейдер. Ладно, но в следующем эпизоде мы будем воевать против большой звезды смерти. Это ты сделал Дарта Вейдера! Что ты меня кусаешь? Все, пока всем. Пока! Нажми сюда и сюда, чтобы посмотреть новые видео про игры с нами. И нажимай большую красную кнопку, чтобы подписаться на наш канал Жестянка. И колокольчик рядом с ней. И не пропустишь ни одного нового видео. Ну что, какое видео выбираешь?